Расскажи нам, ну как бой прошел? На самом деле я не ждал, что бой пройдет так быстро. Я готовился на 2 раунда по 5 минут, потому что в каждом бою не знаю, что случится. Но получилось так, как получилось, и я рад. Я выиграл болевым, и это очень приятно. Ну, что тебя вообще сподвигло принять участие? Я люблю это, я этим занимаюсь с детства. Это то, что мне нравится. Именно за это я здесь пришел. Ну, не знаю, пожелай что-нибудь ребятам, которые будут смотреть на тебя в дальнейшем и участвовать. Ребят, я вас люблю. На самом деле есть люди, которые меня поддерживают. Я вас очень благодарен. Тем людям, тем малая часть людей, которые меня поддерживают. Спасибо вам огромное.